ты на вокале не сидишь, а ты на вокале. Находись там. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня сделаем предновогоднее шоу. Новый год же уже на дворе, да, будет скоро. Поэтому разрешите мне, шум да веселье принесет хорошее настроение. Вам предоставляет наш небольшой, как бы, концерт. Это из благотворительного фонда «Кристалл» города Бакана поддержки населения, где руководитель Зубарева. И мы, музыкальная гостиная, которая называется «Заколицы», руководитель Яна Севец-Дзин Данилна, сделает вам сегодня небольшой концерт от «Кристалла». Кутерьма и снег летит, радость, шутка, пляски, смех. Хоровод у елки, игры, маски, карнавал. На этот праздник всех людей к себе созвал. Кто знает, кто скажет, когда это бывает? Новый год. Ну, молодцы, только дружненько. Представьте, что мы дети в Новый год. Поэтому давайте вместе со мной, вместе с моими помощниками, которые будут помогать. Это Людмила Александровна Тутальчикова будет помогать. Сухова Татьяна Федоровна. Солдатова Людмила Михайловна. И, конечно, незаменимый мой, я без нее никак не могу знать, что мы звукорежиссеры. Это Дмитрия Людмила Павловна. И вот сейчас я хочу спросить вас, вы готовы к разврату веселья? Всегда готовы. Ну, тогда начнем? Начнем и кончим. Давайте. Так вот. Если вы нахмурясь, выйдите из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас любимый друг подзорит случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря. И в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был несчастье хуже, и поступок этот в сердце вам проник, вспомните, как много есть людей хороших, нас будет побольше, больше, дай, дарит, да, да. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Хорошее настроение не покинет больше вас. Так, а теперь давайте мы с вами сделаем небольшую игру. Мы будем говорить заключительные слова. Итак. Зима укрыла белым снегом деревья. Угу. Дома, деревья и кусты. Так.
такая. А там нету у нас этой, или как ее? Ножниц нету, а? Нет, ножницы нужны? Да. Не рвите руки. Так, дальше. Ну давайте я сейчас принесу. А вот пришел и праздник, да. И будут рады я и ты. Вот, это маленькое. Так, ну и, конечно, в заключение говорю я слова такие. Так. Так, праздник наш, Новый год, и мы встречаем его с радостью и благодарностью. Вот это вот, это... Это лучики. Мы сейчас их привяжем, эти лучики, к солнышку. Кто как может. Ой, Господи. Руки, крюки. Привязывайте, видите, привязывайте. Кто как может. Прямо обойдите и привязывайте. Посмотрите, это наше солнышко. Да, может, и не такое, как хотелось бы. Но какие прекрасные лучики, да? Пусть они светятся, это солнышко, всегда и везде. Вот. Ну и, конечно, под Новый год что должен Дед Мороз? Дед Мороз, Дед Мороз, ты подарки нам принес? Конечно. Ура! Конечно, принес. Ага. Ну-ка, покажи эти подарки-то. Покажи подарочки, так, раздаем подарочки. Ну, там надо каждому, да, как-то, что лучше. Помогите, ну, Снегурочка, фея, все, давайте, помогайте. Да, конфетки, сами впереди, сами впереди. По одной давайте, спасибо, давайте, по одной этой. Давайте, Ага, раздавайте. Так, берите. С Новым годом вас, с новым счастьем. Как видите, Дед Мороз щедрый, Снегурочка, Баба Яга, фея, все они были. Радости, благополучие. И всем вам дарят тепло, солнечность, а главное, радость и здоровье. Поэтому мне было очень приятно, что вы были с нами. Конечно, мы планировали еще песни, которые бы вы пели вместе с нами. Под фонограмму это, как бы не было зимы, потом зимушка и так далее. Мы еще вечером поем. Да, дело в том, что все ограничено. Мы поэтому старались маленечко так вот как бы сделать все покомпактнее, чтобы всем было хорошо. Вам хорошо было с нами? Да! И нам с вами было хорошо. Нашим героям, они были просто прелесть, они действительно заслужились. Надо их фотографировать, с нами надо фотографировать. Бабушке Иге понравилось? Ах, какая песенка, нежна, мила, это видно про меня. А вы знаете, не только ведь про нее, это и про Снегурочку, и про фею, и вообще все, про нас все, правда? Да. Она же такая милая, такая хорошая. Так вот, как вы думаете, а можно что-нибудь вам спеть? Вот что бы вы, бабушка Ига, предложили нам? У меня ухо. Нам есть. Частушки надо начать петь. А как вы думаете, можно частушки? Даже нужно. Скажите, Снегурочка, нам помогут они и вы? Согласна я. Начинайте, друзья. Ага. Ну, раз начинайте, Татьяна. Сейчас зазвенит музыка. Вы послушайте сейчас нас, друзья, подружки. Начинаем петь для вас мы свои частушки.
барабан, моя вся. Минный год, а-ля Борисин, к минным шурим, ай-ха-ха. Ахрча. Главное, с репертуаром я не ошибнулась. 2 рубля беру за песню, сотню, чтоб заткнулась. Поэтому мы стараемся его пропагандировать и здесь. Так что не судите нас строго.
Это правильно. Чем? Кто знает хазарский язык? Адель Кижимнин. Адель Кижимнин. Ирки Амазин. Чурием Терегде. Ундупас Пын. Эвскин Терием. Силик Черемны. Пасха Щисуга. Орнас Паспын. Не забуду ни отца, ни мать. Всю любовь я им готов отдать. Не придет мне в голову отчизну на чужую землю променять. Это Михаил Кирчичатов. Смотрите, какие красивые слова. Конечно, те, которые знают хакасский язык, конечно, еще вдвойне приятно, потому что свой, который знает этот язык, он передал те ощущения, те чувства, которые шли через всю хакасские степи. Через все горы, через вершины не только гор, но и лесов, полей и рек. Так вот сегодня, сейчас разрешите мне спеть хакасскую песню «Иженча сказы». Я правильно сказала? «Иженча сказы». «Иженча сказы». «Иженча сказы». «Час». Уж извините. Так, пожалуйста. Приходит, так? Ein Wind gab Susi, Küsse nicht mehr. Посмотрим еще песенки у нас. И фея очень любит. Правда, фея? Она волшебница. Но у них не открывать. Но понимаете, вот у них коробочка есть. Я могу ее на время у вас взять? Конечно. Смотрите, это волшебно. Это не просто у нас вот здесь вот этот коробочка. Вот она интересная. Мы сейчас включим музыку. Вы будете там... А там все фотографии наших мам. Просто мам. Понимаете? И вот вы сейчас будете рассматривать мам. И будете друг другу передавать. Только тихонечко смотрите. Не ругайтесь. Ничего, пока музыка будет звучать, вы будете смотреть. Посмотрели, следующую передали. Посмотрели, следующему передали.
Потому что мама – это первое слово. Начинайте, вы никому не показывайте, открывайте, смотрите. А вы не смотрите пока. Все, посмотрели? Следующий. Музыка звучит. Следующему. Так вы закрывайте. Так, да. Закрыли, отдали другому. Ведь мама – это первое слово, которое ребенок говорит. Мамы всякие нужны. Мамы разные нужны. Передавайте дальше. Так вот, я хочу сказать, что мама, она такое сердце отдает, такую душу детям, внукам, правнукам. И, конечно, тем сейчас, которые находятся на спецоперации на Украине. Конечно, это особое почет тем людям, а матери так тем более. Поэтому сердце материнское всегда болеет за этих детей, особенно нам, где сложно. Поэтому говорят, ой, он только любит его. Да нет, она болеет там, где тяжело, где надо понять, где надо помочь где-то. И вот, конечно, вы знаете, на разных языках она звучит, мама там. Нижеме, по-хакасски, мама, по-нашему, там гросмутер, или мутер, мама, по-немецкому. Ну, увидели себя? Вы увидели мам? Да. Вы хотите, мы можем сказать, что мама все мы? Смотрите, хорошие фотографии там сделали, да? Можно сказать спасибо нашей фее? Мы сейчас и им дадим. Они-то не смотрели, я же не дала им посмотреть-то. Класс, это у нас эксклюзивы. Поэтому мы их всегда будем делать так, как это. Так, ну теперь коробочку на. Так, мамы понравились? Хорошие мамы. Ну-ка давайте посмотрите теперь вы. Мам, начинайте, передайте друг другу. Посмотрите. Посмотрите, как мы с этого с мамой. Увидели маму? Увидели маму? Ну и, конечно, как и вам не дать, чтобы вы тоже посмотрели маму. Красота не описывает. Так, Азина, это Данила, ты посмотри маму. Ой. Ну, а я-то вообще... Тут красота не важна. Жит модерн. Страшно бывает. Так, ну а теперь, конечно, так как у нас нету сейчас первого голоса, ну, заболел. Ну, все функции будут лежать на мне. И поэтому, если я сейчас спою, сначала прочитают стихи на хакасском языке. Ближе, ближе, прям подходи. Потому что, чтобы тебя слышали. Кленовая грусти, кленовая листва. Глаза влюбленные, ты в них судьбу свою узнал. Осенняя пора, осенняя с дождем. Для нас уверенно рисует счастье серебром. Не бывает слишком поздно для любви, она придет к тебе, ты душу отвори. Не знаешь невесомость лица ты, я буду только твою руку протяни. И не бывает слишком поздно для любви, последний раз целуют небо журавли. Пусть осени погон за проседью, мы ей спасибо говорим. А листья желтые, а листья желтые кружат.
Пожалуйста, подновите нас любовью ворожа. Встреча выпала нам, встреча выпала с тобой. Мы зовем ее судьбой. И бывает слишком поздно для любви, она придет к тебе, ты душу отвори. И ты узнаешь невесомость высоты, я буду там, ты только руку протяни. И не бывает слишком поздно для любви, последний раз целую в небо журавли. И пусть осени погода спросит ее, мы ей спасибо говорим. Слушайте, в Новый год, чуть-чуть потише, в Новый год до беденья ел конфеты и варенье, жил на крыше он бедняжка, его звали Чебурашка. Нет. Карлсон. А как? Карлсон. 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 Это кто ж я там буду? Как на наряде, так и будете. А мы дальше продолжаем. Так. Пока ее наряжают, мы посмотрим, а кто же к нам это придет. Так, как видите. Да, конечно, конечно, сообразный. Так, и теперь одевайте. Все. Так, и так, слушай, а кто может, фотографируйте, потому что останется хоть на память человеку. А почему бы и нет потом? Так, и так, слушайте, посмотрите, кто к нам пришел. А Татьяна сейчас скажет, кто пришел. Вижу. Веди ее. Издалека к нам Снегурочка пришла. Вот кто пришел, Снегурочка. Вижу, по полям, по равнинам, по снегам, между сосен и берез, к нам Снегурочка идет. Снежинки полетели, весело летят, падают и кружатся, несчастливый наш. Ну, Снегурочке надо слова дать, поэтому я говорю, здравствуй, Снегурочка. Всем от меня поклон. Пусть звучат стихи и песни, Новый год мы вместе встретим. Ура! Так, а для ней Снегурочки сейчас песню споет, только это дебют у нее. Впервые она поет, поэтому она маленько под плюсовочку будет петь. Но человеку когда-то надо, ну, хоть на малой сцене, но выступать. И поет она песенку. Это Татьяна Сухова. Сейчас вот она приготовит все. Вот, она настроит, у нее, видите, своя настройка идет. А, конечно, тяжеловато может петь, потому что фонограммы нет, но она поближе подойдет и песенку споет. Песенку еще для нашей Снегурочки. Так, приготовились. Так, хлопаем. Так, хлопаем сначала. Там, потом по одному. Хорошо?
приготовились со мной и... Вот случилось за окном, снег поднялся и льется. Это зимушка зима, весело смеется. Белая, белая, белая метелица. Снег кружится и летет, по дорожке стелится. Все по одному. Зимушка на метель рисует, а ребята возле елки весело танцуют. Белая, белая, белая метелица, снег кружится, зимитет, по дорожке стелится. Чтобы в 2024 году был радостным и счастливым, чтобы войн не было, и солдаты домой пришли целыми и невредимыми. Небо голубого всем нам, друзья, и малая родина пусть всегда процветает у нас, а где малая родина, там и большая отчизна будет вместе с нами. Итак, мы тоже на хакасском языке споем песенку, которая называется «Харасук». Что означает «Харасук» там? Кто знает? Родник, конечно, это родник. Но так как мы это, нас мало, но мы в тельняшках, и я надеюсь, что вы нам поможете спеть. Это музыка Георгия Чилбаракова, так же, как и «Счастье матери» Георгия Чилбаракова. Поем мы и других композиторов, но у нас малое количество и нет первых голосов, поэтому уж извините нас, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok.
с малой родины начинается у нас, потом к большой родине и так далее. И, конечно, нам надо беречь не только нашу малую родину, но и маленькую, как пушинку, планету, которая в космосе вообще там совершенно пылинка, как бы. Но мы на ней живем, и на этом корабле. Мы плывем на нем в космическом пространстве. И поэтому хочется, чтобы 24-й год был мирным годом, чтобы прекратились все войны не только там, но вообще, чтобы хоть пожили люди в спокойствии и в благополучии, в благоденствии. И вот мы сейчас с вами сделаем вот такую игру, которая называется «Солнышко». Можем тогда. Так, загадка такая, слушайте внимательно. Так, тут будет зависеть не только от вас. Поэтому отгадка есть отгадка, но мы выберем того, кого хотим. Он играет понемножку для прохожих на гармошке. Музыканты знают все. Его имя Шапокляк. Совершенно верно. Я специально для Светета. С пятачком ходил домой и, конечно, мед любил. Это Гена крокодил? Винни-Пух. Ой, слава богу, что хоть вы теперь поняли. Так, пожалуйста, подойди. Возьми вот там. Проведи. Да, проведи. Кто-то в гости к нам спешит, только лишь приезд нас. Догадайтесь, это кто? Ну, Дед Мороз. Ну, конечно, сейчас мы его нарядим, подождите. Дед Мороз. Нам его не хватает. Нету только бороды. И нету палочки посоха. Да просто так, это же лето. Я так просто видел. Знаете, скандинавский. Он еще молодой дед. Да так получится. Ну, дедушка мой. Зачем, Деда Мороз? Это просто у нас двойная. Делайте, кто хочет, он побудет. Она заслужила. Лучше всех белых. Дед Мороз, поскорее проходи. С вами будет веселей. Так. Звучит окошки, пусть молчат. Вы родину родную берегите. Благословляю вас на мирные дела. Конечно, вот подарки не сначала игра. Проиграл, но новые. Можно я посмотрю? Так, откуда же пришел наш Дед Мороз? Ну-ка, вот тут он пришел. Ну, из леса я пришел. Не ту звезду ему дали. Робкий город городской застрял. Ах, беда. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Дедушка Мороз. Счастье. Вижу. Фею я красу. Вот она, фея красавица. Так, еще. Ура. Одна еще. И проказница игра. О, вот она. Пора сказать всем пожеланиям. Мира всем добра, любви и ласки, и здоровья вам, друзья. Берегите землю нашу. Пусть воцарится тишина. Музыка звучит, а пушки... Вот это. Пушки пусть молчат. Родину родную берегите. Благословляю вас на мирные дела. Похлопайте, Деду Морозу. Очень хорошую.